Магазин для кладоискателей и любителей приборного поиска у Деда Мики рекомендую. Ссылка на магазин под видео в описании. Также не забываем про промокод «Странник». При покупке МД получаем бонусы или скидки. Дорогу уходил сейчас вправо. Туда. Итак, вот они. Сторона оврага. Проезжаем в шедевральные поля хабарные. Оказывается, здесь у нас все обрабатывается. Нифига тут кто-то нырнул, блин. Еще уже дорожка тут повеселее чуть начинается. С кайфовой щебеночки съехали, да? Не, ну так-то, в принципе, пока еще шедевральная такая, да, дорога-то? Я, честно говоря, прям настраивался, прям что будет вообще веселое. Хорошо еще погода постояла, да, так, видишь, пообдуло. Ну да, да. Так месяц назад тут сейчас вообще, мне кажется, весело было бы. Приехали бы как поросят все точно. И хабурные поля. Аж прям глаз радует. Это пёр вообще. О, да, вот здесь у дороги шедевральные. Самое главное, чтобы нам это... Дальше вот такого не было. Да? Огонь. Погода шикарная. Итак, в общем, приехали мы. Все-таки добрались до деревни. Приехали. Сейчас посмотрим. Что тут у нас перекопано все или не перекопано. У нас по большей части... Интересует местечки посмотреть, где нам шурфить. Здесь старая дорожка шла. Так. Здесь были ямы погребные. Вон там на той стороне впереди уже река. Вот на таком живописном месте находилась деревня. Красота была. Там внизу река. Красота все же здесь. Наверное, вот за последнее время одно из, наверное, красивейших мест, где располагалась старинная деревушка. Липы. Опять говорю, у меня камера просто не передает всего, всей красоты и объема деревьев, насколько они большие. Но могу сказать, что реально здесь была, конечно, красота. Когда раньше люди жили, даже не знаю, по какой причине эта деревня пропала. Просто даже вот не знаю, но... Она располагалась, смотрите. Красота-то какая открывается. Здесь холмы. Народ на рыбалку ездит. Да, он, кстати, не уползет. Мне непонятно вообще, по какой причине в таких местах деревни исчезают. Это реально шикардосовское место. Ложинцы медные. Уже даже он подумерла. Я еще подмолодил чуть. Но металлолом как раз пойдет. Красота. На цвет мед-то.
перед вашими глазами такой шедевр. Это у нас курительная трубочка. И, соответственно, старенькая. Чуть-чуть вот здесь утрата. Так, в принципе, можно восстановить и будет рабочая, хорошая трубка. Подзабил ее табачком. Побаловался чуть. До этого уже подсох, конечно, немножко. Сушком попался вот такой кресточек. Здесь он что-то от времени уже подустал в фундаменте. Соответственно, надо с ним быть аккуратно, чтобы не сломался. Вот перед вами часть складни, правая сторона. Доходочка-то, конечно, замечательная, но пока только правая створка. Центра и левой нет. Нафигу. Маловероятно, что он здесь есть, конечно. Сейчас попробуем помыть, если найду где. И более детально покажу вам вот этот шедеврик. Там вроде даже эмали просматриваются. Сейчас посмотрим с вами. Итак, вот помыл насколько смог, а? Помыл насколько смог. Нашел небольшую лужицу. Ну, могу что сказать. Сохранчик-то вообще, конечно, веселый. Вообще ни грамма не терто даже. Да. Не знаю, здесь. А? Алексей, советская монетка. Тоже хорошо. Красота. Сохранили. Ямку погребную. Ну а что там, она воды почти нет. Можно жарить. Все. Что-то подустали сегодня. И там разведчики мы такие всякие. Ага. Но все равно есть приятные находки. Все, валим сейчас до машины, идем. Ползем, точнее. За спиной осталась деревушка. Будем уже сейчас покопались немножко, а так будем уже потом приезжать, когда время будет, и копать ее. Погода, конечно, у нас вообще шикарная. Вот сейчас идем с вами, пробираемся до машины по бывшему деревенскому полю. Когда-то здесь огороды были. Теперь вон народ за грибами, наверное, приезжает. Да и бурелом он какой. Ладненько. Будем прощаться. Вот за спиной деревень. Деревня там осталась, за кустами, за этими. Будем прощаться с вами. Ну, как традиционно, конечно же. Всем здоровья, удачи, хорошего настроения в любой ситуации. Хорошее настроение – залог удачи. Ну и всем, конечно же, удачи. Не забываем в группу заходить. Ссылка под видео в описании будет. И все. Всем пока-пока.